Треугольники АБС привели бисектрису. Что мы сейчас делаем? Это просто тренировка таких вот несложных, самых-самых простых фактов по геометрии. Так, все видите, да? Оказалось, что BC и CE в сумме дают отрезок АБ. Докажите, что какой-то из углов треугольника АБС в два раза больше другого. Для этих задач есть один недостаток. Они все для маленьких. В реальной жизни редко-редко бывает, что вот какие-то там два случайных отрезка в сумме равны третьему. Поэтому во многом это, конечно, вообще не наука. Да? Это называется такие школьные упражнения. Но с другой стороны, их тоже надо уметь делать. Хотя, конечно, настоящая математика, она совсем не про это. Итак, взяли треугольник, провели бисектрису. Оказалось, что BC плюс CE – это AB. Угол CB прямой или не обязательно? А что нужно доказать? Совершенно не обязательно. Что нужно доказать? В треугольнике ABC один из углов в два раза больше другого. У нас отрезок CE, и его мы можем вот так отразить. Так, господа, нарисуем дельтоид. То есть точку C отразим относительно прямой BE. Все видят? BC равно BX, значит, AX равно BC. Пусть будет здесь угол альфа. Да. Как пишется? Вы знаете, как она пишется. Буква альфа пишется просто не с того места. Надо начинать с самого верха и после этого проводить линию. Все вот так вот. Да, совершенно верно. Итак? Ну, вот это альфа. А тут 2 альфа. Почему здесь 2 альфа? То есть весь этот угол – это 2 альфа. Почему? Нет, может быть, это верно, но почему? Вас немножко подводит это школьное желание, чтобы у вас все получилось. Уберите, пожалуйста. Что? Нет, все, не надо. Вы сделали разумную вещь. Нарисовали точку Х. Вот дальше вот эти вот альфа и 2 альфа – это абсолютно непонятно. К тому же ведь требуется доказать, что углы треугольника АБС какой-то в два раза больше другого. А это вообще непонятно, что за угол. Вот хорошо, вы лучше отмечайте условия. Вот там у вас было BC плюс CE равно AB. BC это то же самое, что BX. Значит, какие отрезки равны? AX это то же самое, что CE. CE и EX. Это просто построение, понятно? Да. И АХ. И АХ, конечно. Да, 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 я. Все поняли, почему? АХ в сумме с ХБ дает сторону. Но при этом, ребята, помогайте ему. И тогда у нас, ну, БС то же самое, что БХ. И у нас получается, что, во-первых, что треугольники... Х, Б, Е и С, Б, Е не равны. Да, конечно. Еще у нас получается, что треугольник А, Х, Е равнобедренный, и его углы при основании равны. Да. Здесь 90. Почему 90? Просто AX равно XE. И все. Углы при основании равны. И угол XAE равен углу XEA. На картинке отмечен одной другой угол ABE, он же EBC. То нельзя другой угол отмечать одной другой, пока вы не доказали, что действительно равен тому. Нет, не обязательно. Потому что учебник, например, он 90 градусов. И задача та же самая. Вот. Ну и получается, еще у нас получается, что угол, пусть угол, градусная мера угла XAE равен альфе, тогда градусная мера угла BXE
равна двум альфам. И тогда икс я это тоже. Да, и тогда. Получается, а икс ге это два альфа. А тогда вот получается, что другой угол, который BCE, это тоже два альфа, и тогда BCE было в два раза больше, чем BCE. А почему два альфа? Ну, потому что они другой. А, ну да, точно. Да, типа вот этот угол. Да, и получается угол BCE в два раза больше угла BAC. Ты понял? Я уже давно все понял. Сижу, жду. Все, спасибо, все правильно сказали, но очень медленно. То есть, народ, на самом деле все просто. У нас есть вот эти вот три одинаковых отрезка. Увидели все? Угу. Увидели. У нас есть вот этот дельтоид. Замечательно. А раз эти отрезки одинаковые, то эти углы равны. А раз эти углы равны, то вот этот удвоенный угол, потому что внешний угол. А дельтоид, значит, они равны. И вот этот угол в два раза больше. Договорились? Да.